Добрый день. Мы приехали отдать дань новому союзу Армении с Россией. Я представляю крупную общественную организацию в России и хочу сказать то, что русский армянский народ связывает не только настоящее и будущее, но и история, традиции, вера. И самое главное, что во многих войнах русский и армянский воин стояли рядом плечом к плечу. И я не знаю ни одной... Да, даже в современных войнах. Я не знаю ни одной войны, где бы армянский воин стоял против русского воина. Или русский против армянского. Поэтому я хочу сказать, что этот союз нужно развивать, чтобы он крепнул. Мы со своей стороны пообещаем, что мы сделаем все для того, чтобы этот союз развивался, и никто не мог его, скажем так, разрубить. Поэтому пожелаем долгие лета этому союзу. И будем всячески стараться так, чтобы он креп и процветал. Спасибо.